Ну, в таком случае, поехали. Дорогие друзья, представляем вам вновь сложившуюся группу 219 школы. Эта группа получила название «Питерское солнце». И для вас мы исполняем песню, которая так и называется «Питерское солнце». Никита Зима прекрасно сыграл, но именно об этой зиме и будет говориться в этой песне, которую я написал для вас. Послушайте ее, и вы почувствуете, как не хватает в нашем городе этого солнца, как не хватает нам этого тепла. А мы дарим вам свое тепло. Группа «Питерское солнце». Сошел с ума Петербург заснеженный. Парки и дома замело, завьюжило, и поет зима голосом простуженным. Кто знает, подпеваем «Питерское солнце». Молодцы! Где же ты, где? Послать тебе. Спасибо за фонарики. Мёрзли и скучаю. Выше руки, выше. Я и душинаю. Все вместе по Питеру. Бесконечные проволока, снежный хоровод, горожан не радует, и спешит народ в теплые парады. Все вместе! Питерское солнце! Молодцы! Где же ты, где? Я тебя дождусь. Мы с тобой встретим. И всем вместе. Питерское солнце. Где же ты, где? Где же ты? Молит сообщение. Молит сообщение. Послать тебе. Послать тебе. Мёрзну не скучаю. Мёрзну не скучаю. .ру. Я иду шагаю. «Питерское солнце». Дмитрий, позвольте, Дмитрий Теплов.
Павла Гитара. Юрий Дубинкин. Ритм гитара и барабаны. Руководитель группы Вадим Лебединец. Следующую композицию, единственное, что я сделаю вот так. Конечно, я просто подготовил 4 песни, но я думаю, что мы не успеем. Я 4 времени года я подготовил, про зиму мы уже спели. А что нас ждет после зимы, что мы ждем-то все? Друзья мои, для вас песня под названием «Весна». Вы их можете найти в интернете, Teddy Ocean, мое сценическое имя. Но многие уже нашли, я знаю, что есть уже в 8-м Г фанаты, которые там уже нашли, подпевали на День Учителя. Где они, 8-й Г? Руки-то здесь, Ну, мало, конечно, никто не пришел. Сзади. 7-й Б есть? 7-й В здесь? 7-й Г есть? 8-й А есть? 8-й Б есть? 8-й В? 8-й Г. Слабаки. 8-й Д. 9-й А. Физику учат, понятно. 9-й Б. Молодцы. Итак, для вас песня «Весна». Мы ее ждем. Знаешь,
нашем городе весна. Все обнялись вместе, руки подняли повыше и взялись все за руки. Как будто уже пришла весна. Нет, не так. Саша, вот так, руки вверх, как домика. И фонарики зажгли. Группа «Питерское солнце» приветствует вас в этот почти уже зимний день. С нами подключился и Никита Зима. Спасибо ему, молодец. Я надеюсь, что следующий концерт будет нашей группы уже в концертном зале. Потому что места, я думаю, не хватит для всех в этой рекреации. Спасибо вам, что вы были с нами сегодня.